Всем привет, друзья, с вами я, Антоникус, и мой друг Артём. Скажи всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем Mob Wars на Vine World. Вот так вот аж. Офигеть. Так, давайте, будем пытаться выиграть, проиграть. Угу. Ну, я хочу выиграть, если честно. Где мобы-то? Вот они. Я их сейчас всех убью. Сдохни, зомби, сдохни, сдохни. Ой, они так орут сильно. Дай звуки потише. Я сделал звуки потише. Что, хрен еще что слышно тогда. Ой, меня сейчас гасанут, надо палочку купить получше. Проходит один там. Ну, убейте его. Там еще пацаны идут к нам. Так, сейчас надо будет палочку купить, хорошенькую. Давай, убивай морпеха, убивай. Как я и обещал, Mob Wars на Vine World. Вот он вышел, люди. Подписчики. Угу. С Артемом. Угу. Блин, я хотел его убить. 87. Но это не та карта, на которую можно пробраться с помощью багов к соседям. А как там называлось? Я не Толик. Помню, там даже не знаю, как назвать. О. Толик. Чего к собачке приставили-то? Не трогайте Толика. У меня хп мало, Артём, спасёшь? Да. Отходи, если что. Да я сам-то их всё, сейчас всех. Ого. Ну и волна зомбаков. А я еще полку себе забыл купить. А я уже купил. Я забыл. Ну, ладно, ой, там Толик проходит, Толик идет к нам. Артём, я зомби отвлекаю. Толик проходит. Вали, не успею. Блин, фак. Ну ничего, ребята, мы должны затащить, сейчас я им понасылаю всяких. Магазин вооружения. А, точно, надо же посылать. Давай я смертоносца, я собак. Ну я много послал, давай посмотрим. Ну я вот до 5000 этих дохода дошел. Да. Я тоже дошел. А там выше есть какой-то доход? А, не знаю. Ой, тут этот, как его, этот мелкий зомби быстро, который бегает. Ну, надо убить его. Все, убил. Так, я сейчас им еще мобов пошлю. Уже давно не играл, забыл вообще. Так, угу. Когда я хочу мобов послать, нажимаю все, вот где оружие покупать. Так, не знаю, сколько игра будет длиться, но 50 минут я точно могу заснять. Сколько? 50. А что ты хочешь? Я поставил программу на 50 минут максимум. Наверное, надо было на час-два поставить так. Часика на 2-3. Тебе вчерашнее видео Аида 999 смертей. Нет. Вообще он час снимал, да это вообще хрень, кто это будет смотреть час целый. Причем я вообще болею, я это не стал смотреть, что это слишком долго. Офигеть, Антон, спаси. 2 хп. А на тебя хилка сработала? Нет. Жаль. На меня, да. И посылай мобов. Ого, вот, Толик вы пошли. А, восьмая. Толик. Можно я Толика? Не знаю, кто убил, но вроде нет. И? Артём, помогай, тут два этих быстрых, Артём. Что ты там, да, то есть быстрее помогай, меня сейчас грохнуть. Да, я зомби сказал, да. Давайте, вы их убьете. Тут. Снимаем видосик. Так, где, откуда они, да, отсюда. Сейчас им пошлем, я их мобом пошлю. У меня сумма 120. Я им тангу по танго послал. Я им танго послал. Танго? Ой, Артём, помогай, Артём. У меня мелкий напал. Ой, там крипа пошла. Антон, сейчас подожди. Артём, помогай, what the fuck? Да куда же ты ушел? Вот, давай убить крики. Господи. Так, извините, я тут просто начал ходить. Мне делать ничего, блин, скучно. Чего, оборзели мы? Так, ты у нас здесь вернулся. Так, алло. Сейчас я ему мобов пошлю. А я тут. Блин, а кики мне нельзя послать. Фак. Прости, что отошел. Угу. Хуй, ну хупы! Меня убили. А так я вообще еще тут жду. А это тоже тут. Все, я ему мобов таких нелегеньких послал. О, мне яблоко, Артём, быстрее, помогаю, тут на столики идут. Фак, толики проходят, Артём! Офигеть, изи. Вот он.
Нифига себе. Танго посылали? Мужчище вообще. Удрон тут, да, Артём. А я им тоже танго посылал. А там вообще мощный. Ну да-да-да, мы есть такие, что если бы сейчас там нам послали, мы бы вообще сдохли все. Фух, меня убили. Быстрее помог... А, непонятно вообще. Я на себя скорость бафнул. У тебя какой меч? А у меня вообще еще палочка. А, у меня деревянный. Сейчас я себе доход буду. Ой, меня сейчас грохнут. Жизнь. Так, доход, доход. Артём, меня сейчас грохнут, помогай. Ходи, ходи. Да, всё, меня убили. Нам надо было бы... Такая палка. О, я меч послал. Ох, кидеть, кого нам послали? Кого? Ух, убили. Кики? Не, а, да. А это что, танго? Ну, танго, легкий, в принципе. Где он? Я тоже хочу убить. У него два супер яблока, надо? Да, да, дай на. Это, плюс. Это круто. Жрём или как? Да не. Ну ладно. Так, я им пошлю... Офигеть, Антон, не посылай. Ух, ни хрена себе. Я яблоко только... надо есть. Я только ввалю. Артём, помогай, помогай, Артём. Куда не жить ты яблоко нафиг. Всё. Нам такое... А... Как-то быстро они убили их. Тебе не кажется? Ну да, как-то. Но я пока не хочу. Ну вот тебе сколько доход? А, почти 200. У нас 103. Я только гашу, ты танго. Да-да-да, окей. Домой танго. Ну хоть тебе. Тогда она убила. Так, жру золотое яблоко. И ничего не поменялось. Ну там, знаешь, какая-то карта была, там деревья на ней были, знаешь, вот какая-то карта есть. Сакура, что ли? Ну не знаю, вроде она, и там я с помощью бага забрался к синим или красным, и я за них сражался, и так себе больше дохода и денег добывал. Вообще, да. Так, кого бы мне им послать? Сколько танго? Нет, еще. Ой, кики, я еще не могу послать им. О, все, сейчас кики им посылаю. У меня 140 доход. Не, я даже овца пошлю. Можешь подождать меня? Да. О, Артём, помогай срочно. Срочно помощь нужна, Артём. Да и так, валить всех. А, ну это легко, это... Ого, смог. Это нелегко. Ой, я... Да что у меня с мечом? Что у меня меч лагает? Знаешь, как он лагал? Он медленно. А, да-да-да, мне тоже сейчас. Ну, этот смог он просто вот это вот дает фигню. О, Артём, спасай. Уха... И, ребята, что? Это победа была. Давай еще одну. Ну, 7 минут, не знаю. Давай еще одну. Ну, я знал, что мы точно одну затащим. Давай, сейчас, давай, заходи. Куда? Давай на Сакуру. А, сейчас я найду. За красных. Сакура, давай. Все, я за красных тоже. Так, ребятки, подождем, подождем. Мне спешить. Можешь потом это вырезать? Да как я это вырежу? Да. Нет, уже не знаю. Вырезать не умеешь. Ну, я знаю, могут вырезать, но вот как? Это приложение... Блин, надо какие-то приложения качать. Ну, понял. А я знал, что мы эту игру затащим. Вообще, супер с ним. А и кому-то запретили писать. Надолго? 20 минут. Ребята, заходите на сервер, какой я вам вчера пиарил. Версия 1.5.2. IP под видео там есть. В том. Вообще все супер. Я основатель, я Артём основатель, все у нас хорошо. Чё? А, да, да, да. А, да, да, ты основатель. Мы играем, к нам за день сегодня 11, 20 100, человек 100. Точно зашло. Да, к нам сегодня за день 20 человек точно зашло. Так, что это хорошо? Наш сервер с Антоном. Ну и нашего друга Миши. Угу. Опять. Так. А, оставишь ссылку на ВК? Я уже вставляла. Ладно. Есть 10 подписчиков, получи статус Ютуб. Долго надо получить. Да, а уже 6. Значит... Может, правда, опять приберемся к этим-то? Ну, если это та карта, то я могу к ним пробраться. Что тебе, в телефоне сидел? Да, звонили, но я сказал, что пока не мешали. Написал? Да, я перезвоню сам. Позвонил. Так, игра у нас сколько? Брат, денег? Брат звонил. Мама. Если что, ребята, перемотайте, можете даже смотреть момент, как мы вот здесь с Артёмом тупим и разговариваем. Можете перемотать, нет что? Вот.
да, когда игра уже начнется. Не знаю, это вроде не Сакура. А на Сакуре есть деревья? Да. Там такой домик, типа. Ну, не знаю, такая, Сакура вот не там. О, уже, да, ну, блин. Сейчас бы игра началась, и опять 8-10 игроков, 7. Ты любишь там? Кого? Там такой. Кого? Молочный. Кисель? Напиток. Я вот что в школе кисель дают, я его ненавижу. Угу. Ты любишь это сок, лимон и мята? Ну, я такого ни разу не слышал, не пил. Я только люблю яблочный и мультифрукт. О, сейчас отчет будет. А мне нравится еще с этим, с вишней. Ой, с вишней. Да, ну, блин, они издеваются. Что они достали? Не говори, Вася, блин, просто. Еще как этот паркур пройти трудно. Ну, нахер. А какие тут ачивки есть, надо посмотреть. Артем, я тебе скажу, на голодных играх там посложнее паркур в лобби. А вот когда там прыгать, там вообще легкий. Ну, конечно, это сквейл. Так, это мобварс. Ну, блин, они оборзели, вот просто... Победи 10 раз, 10 тысяч коинов. Я вроде же побеждал. Да. Я тебе так скажу, они оборзели. Ага. Было отчет был отчет до начала игры. А, да. Сейчас 5, 7, 8. Ну, вообще, ребят, советую лучше... Подождать им могут. Советую лучше перемотать. Да. О, да. Отчет пошел. Конец-то, прикинь, сейчас кто-нибудь уходит такой... Типа мы крутые. Не смей такое говорить. Я мощу. Да, блин! Наглые. Сейчас я напишу. Наглые. Наглые. Ура! Так? Нет, там зеленые деревья были. И такой... И стекло. Они возле стекла были, там зеленые деревья были. А не помнишь, что за карта? Не чистилище случайно? Да не, вроде. Мы сейчас играли, знаете. Морпех. Я тоже, наверное, себе доход буду прокачивать. Ты посылал там сейчас кого-нибудь? Сейчас посылаю. Так не помню, не знаешь, что... Не знаешь, что за карта, где там... Да. Зелёные листва, и там дерево возле стекла сразу. Ну, что такое знакомое? А, кстати, тут вроде тоже можно пробраться. Ну, как ты проберешься? С паркуром. Так, да тут еще фиксы. Проберешься. Это как на блок-пати. Читак. Хотя тоже здесь. Ну и дальше как? Ну. Что это где я не вижу? Блин, вот здесь я упал. А если прописать ми и включить центр сенсорный режим? Слушай, да ты прям дело говоришь. Ребятки, вот кто не знал, можно так сделать. Написать ми. Вот так взять. Ты что ты на своем канале распространяешь? Оп, оп. Давай, Артем, быстрее, проходи, если у тебя есть этот. Все, короче, уходи, я сейчас попробую с помощью этого. Я чуть не запрыгнул. Все, Артем, давай, отойди уже. Угу. Мне надо запрыгнуть. Давай. Артем, ну иди. Иди лучше помоги народу. Наших убивают, Артем. Да пусть их убивают, не обычно. Ну иди, мне надо допрыгнуть. Все, Артем, уйди. Ой, на ладно, наш... я пойду им помогу. Пошел отсюда, Вася. Я запрыгнул, Артем. Да вообще. Слышь, я на их карте. Я на их деревьях. Я сейчас тоже пойду. Слышь, я на их деревьях. Давай их будем убивать, мобов. Ой, у тебя лагает? Нет. А у меня что-то мобы не посылаются. А, сенсорный режим, Вася. Ух, я им помогу сейчас. Ну и так же не помогу. Артем, давай ко мне забирайся, просто вообще круто. На любой карте есть баги, где можно так забраться. Давай ко мне. Алло, сундук, ты чё? Давай, Артем, ты справишься. Сундук чуть не работает. Артем, давай, ты справишься. Я в тебя верю. Слушай, наш кажется видит, что я здесь. Давай, залазим вон туда, да, и сундуком, давай. Артем, на тебя моб идет. А, нет, уже нет. Давай, Артем, ко мне. Ты мне нужен. Будем за ихнюю команду играть. А жалко еще мобов не... О, нет, людей нельзя убивать, игроков. Артем, Артем, ну залазь быстрее.
Я не могу. Как ты залез? Да просто возле самого края стал сундуком, нажал сундук, ну, я вместе с сундуком, когда нажимал, подпрыгнул и все. Блин, надо было не палиться, мне кажется, он меня сейчас палил, пацан. Почему у меня тоже моб... А, сенсорный режим. Что, в сенсорный режим не включен? А, я не могу. Ну, Мартин, ну ты скоро. Да, наверное. Как? Как мы будем их убивать? Людей, что ли? Ну. А сейчас убьем. Слушай, они меня не замечают. Да блин. Так, ты стал на край, потому что не получается мне так. Сенсорный режим все включил. Нет. Я на эту игру буду пробираться. Ну, можешь нашим помочь? А что у них там сейчас? Да жопа. Правда? Ну. Ой, ну блин! Ладно, пойду нашим помогу. Артём, иди пока мне помоги тоже. Сейчас вообще жесть. Да я не очень хочу сейчас выиграть, нет что. Я хочу за красных сажаться. Артём, помоги мне, сейчас полдрон убьет. Артём! У меня пол хп было, ну ты какого хрена? О, надо паука тоже убивать. Ну а что ты? Толик! Ух, еле только. Быстрее, зомби идёт там. Давай, снегогол. Все, сейчас коплю до 250 и иду просто к ним на базу. Пойдешь со мной? Ну да. Если смогу. Толик, Артём, помогай тут Толик. А я как Толик вообще не смерть. Все, я пошел к ним. Не горюй, скоро вернусь. Сейчас настройки с интернет режим включить. Все, я пошел. Давай, сейчас увидишь, как я туда проберусь. Можно я попробую? Человек, что ты увидишь, как я пробираюсь. Смотри, Артём. Да, я не смотрю, давай. Вот я вот становлюсь на край, и когда вот прыгаю так же... Блин, неправильно нажал. О, Артём, иди помоги им, срочно. Да блин, туда же опять упал. Все, я запрыгнул. А я не иду. Ну, хочешь, еще раз покажу? Как хочешь. Помоги мне вот это вот. Молодного пойду. Идем ко мне, Артём. Сейчас я мобов отправлю побольше. Да блин, у меня сундуки пропали. Смотри, иди ко мне. Сейчас я пару сундучков возьму. Я 3 взял. Я на весь инвентарь взял. Смотри, вот видишь, вот смотри, не встань, убери. Вот встань сюда куда-нибудь на землю. Смотри, на землю встань, ты так мешаешь мне. Вот смотри, видишь я? Да. Вот так делаю, я вот так подпрыгиваю как-то с помощью сундука. Сюда я попробую. Сейчас, погоди, секунду. Не прыгай сюда пока. Уйди, Артём, уйди, отойди, плиз. У меня первый раз получилось. Блин, я почти... У меня уже, да, я. Давай. Ой. Дай я еще раз попробую. Давай. Извините, ребята, что я болею. Да это кашля. Кажись, Таш там не справится. Ой. Короче, все, я дальше. Ладно, давай ты раз и все. Давай. Да, еще у меня. Уйди, все. Можно я еще? У меня один сундук. Ладно, давай, Артём, быстрее. Сейчас давай, надо им помочь. Ты не запрыгнул, нет? Надо им помочь, а то у них тут нелегкая пушка. Давай, иди ко мне. И смотри. Давай, смотри. Блин. Да господи, это как-то надо, смотри, подпрыгнуть, от сундук ударится еще как-то в бок. У меня еще один сундук остался, не иди туда. Отойди, Артём. Я запрыгнул, ура. Ты видел это? Да. Круто было. Давай. А ты видишь, как я сундук ставлю? Я вообще не вижу, что ты ставишь. А вот попробуй просто чисто вот на блок его поставить. Вот просто чисто попробуй поставить. А, так. Все, я понял как-то. Давай, Артём, я верю в тебя.
Ой, Артём. Смотри только туда. На наших? Да вон наши, что у них там творится. Пойду помогу. Угу. Помощь нужна? А, наши идут, можешь уже не беспокоиться. Смотри, если они хотя бы всех убивают, и кто-то один остается, то уже можешь не помогать. А, они так проходят. Иди сюда, мощище, блин. Не мощище, это я. Можешь ко мне уже сейчас идти? Давай, ми нажимай, бери сундуки и ко мне давай. Давай ко мне, Артём. Не, здесь не надо, тут все равно ты... А, стоп, да, ты можешь тут, давай. Ты ко мне можешь прийти, так. О, Артём, будешь помогать им? У них там жесткая битва. О, Артём, срочно Кики убивай, Артём. Да. Блин, вот заклинай туда, спрыгнул. Я уже 913 этих. Кого? Ого, этих тоже надо. Да я их с одного раза убиваю. А, ну у тебя какой меч? А, деревянный. Я сейчас себе, может, это куплю. Ладно, пока себе не могу. А, напишу ми, беру сундук. Я первый сейчас, хорошо? А если сундук на сундук поставить? Ой, Артём, помогай, Артём! Помогай, куда ты там отошел, блин, помощь нужна срочно. Господи, господи. Что, мелкий бежит, мелкий бежит. Да что твой мелкий, надо этих убить. Ух, у меня это супер, это я. О, еще этого Октавиус надо. Ну я его не буду брать, он мне не нужен. Как же здесь пройти, да? Только один способ есть пройти, вот как я проходила. Да фак. Блин, я же запрыгнул, Вася. Эй, Артём, помоги, меня сейчас убьют, Артём. Ко мне паук пристал, Артём. Всё, можешь мне помогать. Да я же запрыгнул, what the fuck. Одни нубы, блин. Почему у меня сундук не работает? Ты сенсорный режим включил? Да. Проверь. Он должен быть на включен. Должно быть написано в кол. У тебя же в кол написано. Да. В кол написано, да? Да. Так, я здесь, ну да. Стоп, стоп, Вася. Стоп, где? А, ой, господи, мне же сюда. Вася, да. Да я же запрыгнул, Вася. Ну все, Артём, я запрыгнул второй раз. О, ребят, какие-то у Артёма проблемы. Он, наверное, сам нам позвонит. В засаду попал. Да... Ну, понятно, ну такое. 23 минуты, ребята, погодите. Все, ребята, я здесь. Посмотрю, как у наших обстановка сейчас. Вот помощь не нужна, пойду к этим парням. Вот видите, я здесь просто прыгаю вот так. Никто мне не мешает. Ай, Васечки, блин, какие-то. Я им помогаю. Куда вы пошли, а, пацаны? Извините, что молчала, я просто задумался о чем-то. Ты не пройдешь вот такую. Это я им послала, или наши? Куда, куда, куда? Урод. Ой, надо Кики. Ух, нифига, это я, что ли, сколько надо посылал? Танго, 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 сдохни, 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 бабка, сдохни. Я убил, наверное.
Ух, нифига, тут у кого 70 хп. Ой, Вася. Сдохнешь, мужик. Мужик, сдохни. Швырять им. Так, чё они честно убили мою добычу? Да. Убью. Сейчас, свинец. А? Ладно, я пойду помогать. Там, ой, господи, что там творится. А да пусть проходит. Нет, что, мы победим тогда. Ой, поджигатель какой-то. Он один прошел. Я люблю просто огонь. Их будет. Да и что они хотят? Я тут больше могу заработать, не то, что у них хрен чуть-чуть заработаешь. Октавиус мой. Так, сейчас я приду. Ой, у наших уже меньше стало. Так, давайте. Вот, знаете, как сразу две мышки сжимаете, и вы быстрее деретесь. Мой. Я убил. Блин, опять задумался просто. Давай, убей меня. Убейте, пацаны. Убейте меня. Убей. Ты чё меня не бьёшь, Вася? Давай, убей же меня. Ну ты убьёшь меня. Всё, убил. Обратно. Сейчас возродимся. 3, 2, 1. Ля-ля-ля-ля-ля. Тополя. Каких мобов по-вашему? Ну, вообще. Ладно, ну и 500 в артефакт. Господи, штучка опять эта жареная. Давай, Октавиус должен сдохнуть. Давай. Волна 41 у нас, ух ты. Минус 30 хп, да? Да, первую часть мы без Артёма играем. С Артёмом играем, а вторую без Артёма. Жалко. Давайте им пошлем смолка. Ну, в общем-то, все. Ну, еще и с зубами, блин, проблемы там что-то. Один растет, и это мешает другим, что-то такое у меня. Набираем 5 лайков, и я быстрее могу. Быстрее выздоравливаю. Так, я им посылаю, пусть подыхают, мы все равно победим, ребят. Ну что вы, мы победим, по любасам победим. И о чем, в общем-то, хотел перед видео рассказать, но забыл. Подписывайтесь, ребята, на канал моего друга Панды, Вадима, The Panda Game. Он снимает со мной ролики без меня, там по Бадварсу, Скайварсу, Новоймворде. Раньше снимал на Хайпикселе.
Что там? У него сейчас актив упал, ему нужна помощь, чтобы хотя бы подписчиков больше стало и лайков. То вообще просмотров мало набирается и все такое. Не поленитесь, зайдите в ссылки, подпишитесь на моего друга The Panda Game, канал, ссылочка в описании, аннотация на экране. Пожалуйста, ему очень надо помощь, все такое. Подпишитесь ради меня его. Ну все. Ссылочка в описании. Ничего себе тут пошел к нам. Васечка. А что он еще отбрасывает-то нас? Сейчас я им пошлю. Да ты ешь что-то такое. Да ты меня отбрасываешь. Я не дам ему пройти к нам. Быстрей. Давай. Он не должен пройти. Вася. Нет. Да. Фух. Ща я им потом понашлю. Сейчас им тут конец придет. И мы победим, как все. Так что, ребята, давайте, заходите, не поленитесь, подпишитесь на канал моего друга. Мы с ним, наверное, тоже снимать скоро будем. Видосы на Ваймворде и не... Нет, только на Ваймворде, наверное. Артем почему-то сейчас ушел, я сам даже не знаю почему. Позвоню, узнаю сам. Только никуда не пройдет. Давай, сдохнешь. Сдохни, паучок, бабка, сдохните и вы все. Октавы все гасим. Быстрее, еще быстрее, две мышки нажимают, да. Ух, регенератора им, этого. Фух, круто. Ну, замечу, у меня ачивка выполнена, 5000 дохода тоже выполнено, много у меня чего выполнено, если честно. И 60-я волна тоже у меня выполнена. Куда бегите, а? Куда бежите, what the fuck, Вася? Они их еще хрен убивают вообще. Все, пойдемте всех убивать. Так, убью вас всех, загашу. А, покемон, во, ловим, кого мы ловим? Ну, сами знаете, кого мы ловим. Ребята, челлендж покемон, го, ловим кого? Ловим этих всех мобов и убиваем. Это наши, эти, как ее... Типа, как его назвать? Типа покемончики наши ходят. То мы их должны поймать. Но они вообще долго еще подыхать будут. Вообще я не понял, Вася. Кажись, долго. Ну я что, 30 минут, да и вообще. Просто вообще. Как же мне видео интересно назвать? Покемон, что ли? А, да, ловим покемон моб. Вот так. Такие дела. Уже глаза болят. Все, я им, короче, моба посылаю. Смока, давай. О, мы сейчас победим, короче. О, ну у них уже есть. Ну что, мы победим. Может, дойдем до 60-й волны, может, не дойдем. Ух ты! А может, даже нам кошмар будет. О, сколько всего. Вообще супер. Давай. Давай, сдохните. Сдохни, корова, сдохни, бабка, сдохни. Быстрее. Не было шансов. Давайте посмотрим. К нам корова идет. Эй, где Васи? Ну, вообще супер. Она сейчас к нам сейчас пройдет вообще. Давай, убивай ее, Вася. Че корова борзела, а? О, борзела. Так, танго. А, это смог. Мне надо этих убить сначала. То еще пройдут, блин, здесь. Так, убили. Убили. О, у меня алмазный меч. Наверное, даже не надо было на него тратить, я все равно я сейчас победю. Ой, господи, сколько всего. А, сколько всего. О, давайте пошлем им мобов. Так, портал, я как понимаю, здесь, да? Что же у нас происходит? Ну, по-любому победим, короче. Так, хи-хи-хи, ты оборзела. Ну, и у нас не было шанса, кого дали. Что эти лошары бегут, хрен чем страдают еще. Это полдрон или как его звать, если еще хп видно. Ой, господи, сколько их штучек этих или кто там. Не забываем, ребят, ставим лайки. Давайте наберем
5-10 лайков и что-нибудь новенькое выпущу. Блин, быстрее. Слепомор, Кики. Обязательно надо вообще всех мобов посылать. Непонятно, корова. О. Надо зомби убить, у него 100 хп, можно сказать. Он плохой мальчик, плохой мальчик. Господи, их что два? А, нет, это наш вообще. Быстрее. Да что ж вы мне не помогаете, Вася? Ну все, держитесь, Васечки. Ну, к нам еще один гад сейчас пройдет. Хотя бы до штучки нельзя дать пройти, а то этот-то пусть, ладно, пройдет. Я бы хотел на этого посмотреть, не понял, кого. Сейчас он своих же друзей типа бьет. Гадь, ну вот этот, он вообще легенький какой-то. Пойду коробку убью. Или нет? Да ладно, она все равно никому не нужна. Куда побежала? Ой, господи, что у нас тут происходит? Быстрее, гаси его, что вы стоите? Что вы стоите, Васечки? Ой, я. Все, болит, Вася. Тогда хоть корова пусть дохнет. А, мы проигрываем. А, да кто меня там трогает? Не трогай меня, Вася. Я тебя убью. Еще год меня убили. Денег вообще нету. Вот, это я волнаюсь, говорю, я давно уже прошел. Быстрее, мы можем сейчас проиграть. Вася, быстрее. Ну уже, кого им там посылать? Вообще всех, давайте, живо. Не дам никому не пройти, вообще всех убью. Уничтожу, разничтожу все такое и так далее. Давай, гаси Октавиус, всех гасим. Быстрее. Народ, ну где вы? Кого вообще убить? Нет, кого? Быстрее. Много всех, давай. Ну нет. Идиоты. Жопа полная. Мы же победили, как так? Какого фига Артём вышел? Мы бы сейчас, наверное, победили, если бы он не вышел. Такие вот дела. Понятненько. Ладно, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал моего друга, панды, Вадима. Ссылочка в описании. Ссылка на него пока тоже, на Артема тоже. Ну, IP-сервер вы все такое знаете. Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Набираем, примерно, давайте наберем 10, хотя бы 5-10 лайков, даже 10, может, 7. И что-нибудь новенькое выпустим. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Всем удачи, всем пока.